русский язык, постановка звука рэп, логика внимания, память. Работа с буквами. Сначала записываем простым карандашом, потом прорабатываем цветной ручкой. Если вам надо запомнить стихотворение, а ребенок плохо учит, попробуйте подключить движение. Перекидывайте с мячиком. Грамматический слух, звукобуквенный анализ. Пожалуй, никто, кроме логопедов, только не уделяет внимания этой теме. Дети даже с минимальными дизартическими проявлениями, они требуют совершенно другого подхода. Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада вас вновь приветствовать на нашем мероприятии, на нашем замечательном вебинаре. И сегодня мы с вами рассматриваем очень актуальный вопрос. Это оперативное создание документации специалистов, которые работают в образовательных учреждениях, в частности, в школе. Я Дробышева Елена Александровна, многие меня уже знают, и я рада тому, что многие специалисты присылают большое количество вопросов, на которые я отвечаю. Это очень важно, обратная связь нужна и важна. И я рада, что те продукты, которые выпускает компания Мерсибо, они вам помогают. И действительно, мы хотим облегчить ваш труд. И сегодня будем с вами рассматривать, как можно сделать документацию грамотно, быстро, легко, с помощью интерактивных помощников, которые выпускает компания Мерсибо. Вот уже на протяжении нескольких лет многие специалисты используют интерактивные конструкторы создания коррекционных программ и, в частности, индивидуального маршрута школьника. Сегодня мы будем говорить о той документации, которая необходима для сопровождения школьника с ОВЗ и те интерактивные конструкторы, которые были уже приобретены специалистами, в данный момент имеют возможность обновиться. Мы уже об этом говорили, потому что когда вы используете те продукты, которые у вас уже есть, у вас всегда в правом нижнем углу появляется строчка, что доступно обновление, вы на нее нажимаете, и у вас ваш интерактивный конструктор обновляется в соответствии с требованием федеральной адаптированной образовательной программы для школьника с ограниченными возможностями здоровья. Когда мы разрабатывали данный продукт, я постаралась внести туда все необходимые моменты, которые касаются сопровождения всех категорий детей с ОВЗ, для того, чтобы вы могли не изобретать велосипед, сидя возле пустого листа, а могли просто отметить те необходимые стороны, которые соответствуют развитию ребенка, варианту адаптированной программы, перечню тех специалистов, которые должны сопровождать этого ребенка, и облегчить ваш труд для того, чтобы вы имели уже перед глазами готовый, грамотно разработанный документ. Я директор научно-практического центра «Общественная дипломатия». Вот уже на протяжении более 30 лет я занимаюсь вопросами сопровождения детей с ОВЗ, как в образовательных организациях, так сейчас продолжаю практику вместе со своими специалистами посредством работы нашего коррекционно-развивающего центра. Я эксперт федерального уровня в сфере инклюзивного образования и всегда стараюсь снабдить вашу методическую копилку теми необходимыми продуктами, которые вы будете иметь в наличии для того, чтобы ваши программы соответствовали уже на данный момент требованиям федеральных адаптированных программ.
Сегодня мы с вами будем работать на протяжении нашего отведенного времени. И я очень хочу, что все вопросы, которые у вас возникнут, пожалуйста, пишите в чат. Я постараюсь ответить на все вопросы, которые у вас возникнут. Итак, среди интерактивных конструкторов, которые сейчас присутствуют на сайте Мерсибо, которые вы имеете возможность приобрести, либо уже приобрели, существуют разные виды вот этих, так скажем, интерактивных помощников. У нас на данный момент существует разработанный интерактивный конструктор индивидуального маршрута школьника с ограниченными возможностями здоровья, конструктор создания коррекционно-развивающей программы учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и учителя-логопеда среднего звена. То есть учитель-логопед имеет возможность с помощью отдельного конструктора создать коррекционно-развивающую программу на школьника с ограниченными возможностями здоровья, который уже обучается в 5-6 или в 7 классе. Это очень важно, это очень нужно, и я рада тем специалистам, которые действительно интересуются, которым это помогает, и мы будем стремиться к тому, чтобы пополнять вашу методическую копилку новыми интерактивными конструкторами согласно вашего запроса. Вы все вопросы или все ваши пожелания пишите, пожалуйста, на портал Мерсибо, мы постараемся их учесть. Итак, давайте сейчас с вами пройдем по алгоритму разработки документации на основе интерактивного конструктора, обновленного интерактивного конструктора. Это конструктор индивидуального маршрута школьника с ОВЗ. Те, у кого он уже есть, как я уже сказала и не перестану это говорить, я надеюсь, вы уже внесли изменения туда согласно нажатия кнопки, путем нажатия кнопки «Обновить». Те, кто этого еще не сделал и не приобрел данный продукт, имеют возможность приобрести его уже в обновленном варианте. Это очень удобно, и у вас действительно будет ваш интерактивный конструктор соответствовать тем требованиям, которые существуют на данный момент. Итак, мы с вами начинаем рассматривать алгоритм разработки индивидуального маршрута школьника. И когда вы устанавливаете данную программу на компьютер, вы вставляете флешку, у вас появляется окно и распаковываются файлы. У вас будут очень доступные кнопочки «Установить». Вы пройдете по этим кнопочкам, и программа установится. Когда она откроется, у вас появится вот такое соответствующее окно. На данный момент здесь есть один ребенок, но у вас пока будет пустой лист. Вы обязательно нажимаете клавишу «Добавить ребенка». Добавляете ребенка, ну и, собственно говоря, тут нужно пройти некий такой путь заполнения информации об этом ребенке, потому что вы, в принципе, должны эти данные внести, они сохранятся. Как они сохранятся, я буду об этом сегодня говорить. Итак, когда вы открываете новую вкладку и пытаетесь внести данные на конкретного ребенка, который пришел в ваше образовательное учреждение, которого вы будете сопровождать, у вас появляется вот такой вот интересный ребеночек новенький, да, тут есть клавиша «Изменить». Вы нажимаете на эту клавишу и указываете. Ну, к примеру, у нас будет Петя. К примеру, у нас будет Петя. Вы вот это вот можете убирать, и у нас будет, да, куда-то у меня тут появилось такое окошечко, ага, вот, у нас будет Петя. Хорошо, пусть он будет просто Петя, вы, конечно, фамилию укажете, но на данный момент это будет именно так. Вы указываете дату рождения посредством всплывания вот такого интересного календаря. Ну, давайте представим, что этот Петя пришел у нас в первый класс, что Пете исполнилось только 7 лет, и выбираем, что он у нас родился в 2017 году, ну, к примеру, он родился у нас 5 мая.
Когда вы это нажмете, у вас автоматически появится его дата рождения, да, действительно, это будет мальчик, и вы внесете здесь данные о родителях: мама, папа, фамилия, имя, отчество и так далее. Далее у вас появляется перечень тех специалистов, которые должны сопровождать. Мы обязательно это должны указать. Нажимаете на клавишу «Указать» и указываете фамилия, имя, отчество учителя. К примеру, Смирнова Нина Ивановна – это у нас будет учитель того класса, в который определен данный обучающийся. И мы обязательно создаем нового. Вот она появилась, такая красивая Нина Ивановна. Ну и, собственно говоря, да, немножечко вот тут нужно было поменять местами, но, по сути, мы можем как бы в любом случае это пока оставить. Но следите внимательно: имя, отчество и фамилия. Вы это обязательно сначала имя, отчество, потом фамилию. Ну, давайте попробуем сделать это еще раз. Нина Ивановна Смирнова. Вот такая у нас очень хорошая учительница появилась. Вот поэтому мы в любом случае эту учительницу оставляем. Вот она у нас появилась. Давайте оставим вот эту Смирнову Нину Ивановну. И вот эту Нину Ивановну сохраняем. Хорошо. И, как правило, всегда детей с ОВЗ на основании решения по МПК, тех рекомендаций, которые они пропишут, сопровождают ряд специалистов. Поэтому здесь можно указать дефектолога, психолога и логопеда. Ну, давайте укажем, что дефектолог, к примеру, у нас дефектолог будет. Мы создаем нового дефектолога. И напишем, что это, допустим, Мария Петровна Сидорова. Она у нас будет дефектологом, который есть в штате. Вот она у нас появилась, Мария Петровна, мы ее сохраняем. Также мы указываем логопеда. Вот, пусть это будет, допустим, у нас... Так, стоп. Допустим, у нас будет это Юлия Александровна Кофту. Это будет у нас, допустим, логопед. Создаем нового, сохраняем и так далее. У нас есть еще тут педагог-психолог. Обязательно, конечно, его укажем. Пусть это будет Наталья Владимировна Смирнова. Ну, давайте не будем уж Смирнова, потому что у нас уже была Смирнова. Пусть это будет Наталья Владимировна, допустим, Удалова. Хорошо, создаем. Вот они у нас, все наши специалисты появились. Они все у нас есть. И все они у нас тут остаются в памяти. Мы их обязательно сохраняем. Итак, с этого момента каждый раз я буду вам напоминать о том, что после каждой вашей манипуляции нужно обязательно нажать клавишу «Сохранить», иначе вся информация, которую вы вносите на том или ином этапе, на той или иной странице не сохранится. Поэтому обязательно нажимаем клавишу «Сохранить». Это у нас сохраняется. Появляется первая страничка. Для того, видите, у нас все специалисты уже здесь присутствуют, поэтому давайте мы перейдем к заполнению. У нас есть клавиша «Заполнить». Мы ее нажимаем, и открываются соответствующие поля. Мы уже видим, что имя, дата рождения ребенка, пол ребенка, родители, потому что я там только многоточие поставила. Все специалисты, которые должны сопровождать, они у нас уже есть. Ну и, собственно говоря, мы должны ориентироваться на синие клавиши, потому что здесь будет перечень тех необходимых моментов, которые нужно как раз вам учитывать. Итак, выстраивание системы работы с ребенком, имеющим ограниченные возможности здоровья, в условиях. В каких условиях находится ребенок? Он в общеобразовательном классе, либо он в ресурсном классе, в коррекционном классе или на индивидуальном обучении. Давайте представим, что он в общеобразовательном классе. Обязательно клавишу «Сохранить» нажимаем на каждом, вернее, при каждом нашем шаге. Дата поступления в образовательное учреждение. Давайте представим, что вот ребенок сейчас к нам пришел. Дата поступления, вот он пришел, ну, к примеру, даже можем указать, что он пришел там 27 августа. Вот. Аббревиатуру учреждения мы можем любую написать, какая соответствует. Пусть это МАУ, ООШ, например, там 335. Класс. Мы решили, что он у нас в первом классе. У вас будет большой перечень, потому что ребенок может находиться
И в первом дополнительном, и во втором дополнительном, и также в первом, втором, третьем и четвертом. Пусть он будет у нас в первом классе. Мы также это сохраняем автоматически. Это появляется. И думаем, с каким у нас нарушением ребенок. Есть ли у него инвалидность? Хорошо. Если у него есть инвалидность, значит, мы отмечаем кнопочку «Да». Если инвалидности нет, отмечаем кнопочку «Нет». Давайте представим, что у него есть инвалидность, и мы также сохраняем. В любом случае, видите, вот все поля, которые мы заполнили, они у нас здесь остались. Итак, предполагается ли включение в маршрут индивидуальной программы реабилитации и абилитации? Конечно, мы понимаем, что раз у него инвалидность есть, значит, эта программа у нас в любом случае будет учитываться. Она автоматически выдается всем, кто проходит процедуру обследования на заседании Бюро медико-социальной экспертизы. И в любом случае эта программа выдается, поэтому она у нас есть. И далее мы уже следуем по остальным вопросам. Необходима ли разработка индивидуального учебного плана? Давайте подумаем, что если мы составляем индивидуальный маршрут, то мы представим, что да, действительно, индивидуальный учебный план нужен. Но когда приходит такой ребенок, в любом случае на заседании вашего внутреннего консилиума и еще раз его рассматриваете. Вы ребенка рассмотрели, вы его обследовали и приняли решение, что да, действительно, ему необходима разработка индивидуального учебного плана. Сохраняем. Итак, нужно ли включать в маршрут направление индивидуальной коррекционно-развивающей работы? Да, нужно. Сохраняем. Есть ли у вас интерактивное сопровождение программ воспитания и обучения детей с ОВЗ с использованием компьютерных технологий? Если есть, ставим «да», если нет, ставим «нет». Представим, что да, у нас действительно это есть. Форму обучения мы смотрим рекомендованную форму обучения в заключении ПМПК. Представим, что это очная форма обучения, а их может быть несколько. Обратите на это внимание. Сохраняем. Рекомендации по сопровождению специалистов коррекционно-развивающего профиля. Мы представим, что этого ребенка, помимо обучения по соответствующему варианту адаптированной программы, в соответствии с федеральной адаптированной программой, нужно еще сопровождение некоторых специалистов. Мы ставим галочки. Если присутствует ребенок с той нозологией, если нарушена, допустим, у него сенсорная сфера, то, к примеру, могут ему прописать сопровождение сурдопедагога или сурдолога или тифлопедагога. Поэтому здесь обязательно нужно поставить кнопочку и отметить. Если нет, значит нет. Обязательно это сохраняем. У многих детей с ОВЗ рекомендовано наличие тьютора. Поэтому в любом случае, если такая рекомендация присутствует, мы обязательно отмечаем, что да, действительно, тьютор должен сопровождать. Согласно заключению ПМПК, подтвержден статус ОВЗ или не подтвержден? Ведь не всем детям, которые проходят процедуру ПМПК, подтверждают этот статус. Некоторым могут подтвердить, некоторым могут не подтвердить, поэтому мы представим, что да, действительно, этому ребенку подтвердили статус ОВЗ. Если присутствуют у этого ребенка какие-то особенности в физическом или психическом развитии, а может быть и в физическом, и психическом, мы здесь их прописываем. Если нет, значит, не прописываем. В создании специальных условий нуждается ребенок? Если там отражено в заключении ПМПК, что да, нуждается, мы отмечаем. Представим, что да, действительно нуждается. Определение образовательной программы. Итак, у вас появляется перечень вариантов адаптированных программ. Вы выбираете то, что нужно. Ну, давайте, к примеру, представим, что наш ребенок сегодня будет... Ну, к примеру, с легкой умственной отсталостью. Пусть это будет ребенок, у которого будет вот такой вариант адаптированной программы. И если указано у вас в заключении ПМПК, что этого ребенка должен сопровождать ассистент, в скобочках помощник, а я уже на неоднократных вебинарах, те, кто посещает вебинары, говорила, что кто выполняет эту роль ассистента-помощника, действительно эту роль выполняет обученный человек, который находится у вас в штатном расписании. Это не мама. Первостепенно. Иногда сажают родителей, да, если есть в этом острая необходимость, действительно нет тьютора, и мама выполняет роль помощника,
допустим, оказать ему такие вот оказать ему необходимую помощь в удовлетворении его физиологических потребностей. И обязательно нужно посмотреть, к примеру, что этот ребенок должен в следующий раз попасть на процедуру обследования специалистами по МПК. Если такая строчка присутствует, например, он должен попасть в мае 2025 года, тогда мы пишем, да, конечно, это будет май 2025 года, потому что очень многим детям дают диагностический год для того, чтобы через год посмотреть динамику и так далее. Ну, то есть и решить, он будет продолжать обучение по адаптированной программе, либо, может быть, он будет уже переведен на другую. Но в отношении того, какой вариант мы выбрали, вряд ли, конечно, этому ребенку дадут общеобразовательную программу, но если это дети с ЗПР, то по диагностическому году, в принципе, может уже быть видна динамика. Но динамика-то должна быть видна у каждого ребенка с ОВЗ, но в любом случае это может быть только у детей, у которых есть пограничное состояние, либо у тех детей, у которых есть какое-то ограничение на фоне сохранного интеллекта. Если, конечно, нарушен интеллект, в любом случае ребенок будет обучаться все годы обучения по адаптированной программе, но все-таки срок, если он там присутствует в заключении по МПК, мы должны указать. Итак, уважаемые коллеги, мы заполнили первую страничку, она у нас по всем пунктам заполнена. Если какой-то пункт не заполнен, то на вторую страничку вы не сможете перейти, но я не перестану вам повторять, что после заполнения всех этих полей вы нажимаете обязательно клавишу «Сохранить», иначе вся информация, которую вы здесь отразили, она не сохранится. Пожалуйста, сохраняйте. Итак, переходим на следующую страничку. А в интерактивные конструкторы, когда я их разрабатывала со своими специалистами, мы постарались наполнить их теми необходимыми моментами, которые действительно на вашем пути встают. То есть это заполнение психолого-педагогической характеристики, заполнение представления на ППК по МПК, потому что эта услуга путем вывода отдельного документа есть в интерактивных конструкторах по созданию рабочих программ логопеда, психолога, дефектолога. В любом случае, здесь мы тоже можем заполнить характеристику, и давайте посмотрим, как мы это можем сделать. Итак, нажимаем клавишу «Заполнить», появляются некоторые поля. Естественно, у нас все, что мы уже заполняли и сохраняли, оно уже у нас тут осталось. Итак, посещал ли ребенок дошкольное учреждение? Вы, естественно, будете эту информацию узнавать, либо это будет где-то отражено в каких-то его документах, характеристиках и так далее. Поэтому давайте представим, что да, он посещал общеразвивающую группу, либо если у нас ребенок с легкой умственной отсталостью, он может посещать группу компенсирующей направленности. Мы обязательно это сохраняем. Испытывал ли трудности? Если он испытывал трудности, то мы нажимаем клавишу «Да». И обязательно отражаем, какие трудности он испытывал в соответствии с той характеристикой, которую прилагают. Далее вы заполняете некоторые поля в соответствии с тем, что вы наблюдаете у ребенка. Каковы особенности поведения, какова работоспособность, состояние эмоционально-волевой сферы. И дальше уже вам конструктор предлагает варианты. Ребенок физически развит? Да, достаточно. Координация движений нарушена или нет? Или, может быть, она недостаточно развита. Давайте представим, что недостаточно развита. Навыки чтения. Поэтому давайте посмотрим, что он не владеет навыками чтения, раз он пришел в первый класс. Смысл прочитанного понимает? Нет, пока не понимает. На вопросы по прочитанному отвечает? Ну, к примеру, если мы ему этот вопрос представим в доступной форме, он может односложно ответить. Причем это особенность, которая касается детей с легкой умственной отсталостью. Ну, давайте представим, что он пока не отвечает. Мы будем к этому стремиться. Пересказывает содержание прочитанного? Ну, таким детям это сложновато, поэтому пересказ ему недоступен. Если вы видите, что да, действительно, с помощью наводящих вопросов там ребенок пересказывает, вы, конечно, отмечаете тот вариант, который будет присутствовать, потому что вы будете с ребенком работать. Может наизусть заучивать? Ну, пока не может. Мы будем к этому стремиться. Навыки письма. Списывает с печатного текста или не списывает? Списывать он пока, к примеру, не умеет. Под диктовку пишет? Нет, конечно, не пишет, если он даже списывать не умеет. Грамматические задания.
пока он выполняет или не выполняет, нет, не выполняет и так далее. Вы можете здесь заполнить, вернее, я вас просто призываю заполнить каждое слово, потому что здесь будет очень интересная у вас команда, которая позволит вам эту характеристику иметь в наличии. Почерк. Ну, тут мы еще можем, не можем судить, что, но мы уже можем смотреть на моторику ребенка. Представим, что он, допустим, неразборчивый. Математические навыки. Ребенок, у этого ребенка, у того ребенка, у которого легкое мысленное отсталость, сформированы, ну, к примеру, недостаточно. Может, он там и умеет что-то считать, но недостаточно. Освоил ли прямой и обратный счет, осознанно или механически? К примеру, механически он там считает, к примеру, там до 5, до 10. Ну, к примеру, он там до 7 считает. Вот. Решать примеры может? Нет, он пока не может. Мы же его в первый класс определили. Но если вы берете другого ребенка, выбираете тот вариант, который соответствует. Может быть, у вас ребенок будет на вычитание или на сложение, или, может быть, даже на умножение, на деление. То есть вы будете смотреть, потому что на всю начальную школу рассчитан данный конструктор. Таблицу умножения знает? Нет, конечно, он еще пока ее не знает. Смысл задачи понимает? Нет, не понимает пока. Задачи решает? Нет, он пока решает, и, вернее, в принципе, плохо их решает или совсем не решает. Но если учитель ему объяснит, может быть, суть он и поймет. Поэтому выбираем с помощью учителя, потому что самостоятельно он пока это не решит. Далее. И отражаем все... Да, кстати, геометрический материал. К примеру, усваивает. Ну, давайте представим, что, может быть, он и называет там какие-то геометрические формы. Давайте представим, что он усваивает. Далее мы здесь отражаем все стороны развития его психических процессов. Внимание. Какое у него внимание? Ну, я сейчас просто, чтобы долго не останавливаться на какой-то конкретной странице, буду приблизительно выбирать вам ответы для того, чтобы вы увидели, в каком виде у вас будет представлен данный документ. Давайте представим, что он отвлекается. И что у него, допустим, внимание непроизвольное. Сохраняем. И далее. Наиболее эффективными средствами для привлечения внимания что является? Либо это наглядный материал, изменение громкости, высота голоса. Как правило, если у детей легкая умственная отсталость, это наглядный материал. Темп деятельности. Представим, что он пока у него медленный. Может быть, он и будет у него медленный. Но то, что наблюдаем, то, в принципе, мы и отражаем. Восприятие и так далее. Давайте сейчас просто я не буду каждый пункт зачитывать. Это все видно на экране. Мы просто отражаем то, что, допустим, соответствует ребенку на данный момент, для того, чтобы мы полностью как бы увидели то, что вы действительно можете получить. Но давайте представим, что вот узнавание объектов затруднено у него, временные представления у него не сформированы, и основные геометрические фигуры он путает, к примеру. Ну, вообще мы сделали, что он геометрический материал ему доступен. В принципе, эти детки могут называть геометрические формы, но давайте все-таки, может быть, оставим и что он их узнает и называет. Вот, восприятие величины. Величина тоже, вот эти моменты бывают детям с легкой умственной отсталостью недоступны, поэтому на данный момент это не сформировано. Ориентируется в пространстве, понимает, где правая, где левая сторона. К примеру, ну, давайте представим, что он путает. Он иногда может показать, иногда не может. Вверх-вниз он знает, близко-далеко не понимает. Мы будем тоже, это как раз вот те моменты, на которые нужно обращать внимание при планировании своей коррекционной работы. На листе бумаги, к примеру, он еще пока не ориентируется. Ну и так далее. Мы можем отразить любые моменты для того, чтобы у вас появился тот материал, который у вас должен быть в вашей методической копилке. Но давайте представим, что здесь вот присутствует зрительная все-таки память, потому что обязательно нужно куда-то смотреть. Вот. Опосредованная память у него не развита. Что нужно ему для того, чтобы он больше воспринимал изучаемый материал? Ну, допустим, вы используете наглядность, потому что все-таки наглядность и дидактические игры. Далее пошло мышление и так далее. То есть тут очень много разных пунктов. Давайте представим, что, в принципе, здесь вот мышление такое вот конкретное.
простые инструкции он выполняет, потому что они простые, словарный запас у него не соответствует возрасту, грамматический строй нарушен и так далее. Ну и по сути мы можем, темп у него нарушен, выразительность речи тоже у него не развита, потому что есть соответствующие нарушения, интонационный окрас он не употребляет, речь у него, допустим, нуждается в стимулировании, ну и, собственно говоря, монологическая речь не сформирована. По сути, диалогическая речь, конечно, не развита еще, потому что в силу его физиологических особенностей и так далее. Здесь есть еще особенности эмоционально-волевой сферы и поведения, где вы можете точно так же отметить какие-то соответствующие те моменты, которые действительно вы можете наблюдать у ребенка. Дисциплинарные требования соблюдает, ну, к примеру, он не соблюдает. Как себя ведет на уроках? Отказывается от деятельности или он активный, пассивный? Ну, к примеру, представим, что он пассивный, но не дезорганизует. Вот. Умениями владеет? Ну, к примеру, не владеет. Поэтому далее вы указываете причины нарушения дисциплины. У вас тоже будут соответствующий перечень. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на каждый пункт. Внимательно на него посмотрите и каждый пункт запомните. Итак, в любом случае, когда вы запомните все стороны развития ребенка, у вас появятся некоторые другие моменты. Направление коррекционной работы. У нас есть разные направления, которые касаются сопровождения специалистами коррекционного профиля. Поэтому давайте представим, что если это ребенок с нарушением интеллекта, то, конечно, это будет развитие базовых учебных действий. В любом случае, я еще раз буду напоминать специалистам, что если нарушен интеллект, никакие не универсальные, только базовые учебные действия. Поэтому в любом случае коррегировать звукопроизношение надо, коррегировать устную и письменную речь надо, развивать и словарный запас. В принципе, здесь все нужно у этого ребенка, как говорится, развивать. Поэтому давайте познавательную деятельность, естественно, если нарушен интеллект, ну и социальное взаимодействие. Поведение, саморегуляция, это мы можем, в принципе, все отразить и оставить. Вот они автоматически появились, это те моменты, которые вы отмечаете. Итак, вариант адаптированной программы у вас уже здесь есть, потому что мы его отметили, мы его сохранили, и он у нас тут остался. В любом случае появляются задачи коррекционно-развивающего сопровождения. Они уже здесь выделены. Вы можете их оставить все, а можете убрать то, на что вы пока не будете сильно делать уклон вот в результате коррекционной работы именно в этот период времени. Поэтому пока, в принципе, мы можем, для примера, оставляю их здесь все. Вы можете убрать то, что действительно вам сейчас не нужно. Задачи коррекционно-развивающей работы, вы в любом случае здесь их отмечаете. Поэтому и консультировать мы должны, и благоприятные условия должны создавать. Естественно, и помощь должны оказывать, и коррекционной работой заниматься. Ну и, собственно говоря, конечно, обращать внимание нужно исключительно на все. Появляются принципы коррекционно-развивающей работы, которые вы отметили, ну и, собственно говоря, направление содержания данной программы. Конечно, вы можете выделить все, но в каждом блоке всплывают новые окна, поэтому коррекционно-развивающая работа имеет некоторые подуправления, поэтому здесь можно, в принципе, отмечать все, что вы перед собой предусматривать. Далее, диагностическая работа. Конечно, мы смотрим, что мы хотим тут оставить. Консультативная работа. И тут очень объемный материал для того, чтобы вы не придумывали, а просто отмечали соответствующие варианты. Информационно-просветительская работа и психолого-педагогическая работа. В любом случае, вон, видите, какой большой блок. И вы можете в любом случае здесь отметить некоторые те моменты, которые должны у вас, вернее, на которые должны вы обращать внимание, которые перед вами стоят. Итак, мы вторую страницу заполнили, и я еще раз повторяю, не забывайте нажимать клавишу «Сохранить». Но давайте вспомним, что на этой странице мы заполняли характеристику.
Поэтому, если вы посмотрите и нажмете клавишу «Сохранить характеристику», у вас эта характеристика сохранится отдельным документом для того, чтобы вы ее представили в ту инстанцию, которая запрашивает эту характеристику. Поэтому вот здесь вот как раз вот у вас она может сохраниться на рабочем столе. Давайте все-таки ее сохраним. Она нам еще, возможно, пригодится. Итак, мы вот это все заполнили, мы все это сохранили, переходим на следующую страничку. И начинаем создавать уже непосредственно индивидуальный образовательный маршрут. Итак, заполняем. Здесь отражены общие специальные потребности обучающегося с ОВЗ. Что предусматривает программа коррекционной работы, что относится к общим потребностям, что относится к специфическим потребностям. Что-то есть уже в готовом описанном виде и отразится в готовом документе. Что-то идет под выбор, поэтому здесь нужно посмотреть. Если материально-технические условия нужно описать, то каковы требования к организации пространства? Видите, здесь уже обучающийся с легкой умственной отсталостью, потому что мы выбрали этот вариант. Если вы выберете, к примеру, другой путь, и у вас будет ребенок с нарушением опорно-двигательного аппарата, у вас будет уже совсем другое, и у вас уже варианты могут быть совсем другие. Здесь столько путей у этого конструктора, и в соответствии уже с федеральной программой столько путей, сколько действительно должно быть. Вот сколько есть нарушений, столько и путей мы предусматривали. Но в любом случае вы обращаете внимание, как я уже сказала, если у вас выделены все варианты, то либо вы все их оставляете, либо вы что-то убираете. Ну, давайте, к примеру, представим, что зоны у нас все равно, помещение должно быть зонировано, зоны у вас есть. Ну, давайте представим, что возможность проживания в организации нам пока не нужна. Мы ее убираем. Наличие соответствующего оборудования для данной категории детей тоже посмотрим. Нужно это нам? Да, действительно. Если нужно что-то другое, вы отмечаете галочку «нет», значит, вы ее не отмечаете. Требования к специальным учебникам и рабочим тетрадям. Тоже здесь уже все отмечено. Если что-то вы не хотите пока использовать, то тогда вы это не оставляете и просто вот так вот убираете. Но, к примеру, мы сейчас хотим оставить все. Требования к организации рабочего места. Мы знаем, что учебное место у данной категории детей организуется в соответствии с санитарными нормами и требованиями. И далее у вас появляются общие специальные условия организации коррекционно-педагогического процесса. И мы тут отмечаем разные моменты. В частности, режим пребывания обучающегося в вашем учреждении. Мы видим, либо 5 дней в неделю он к вам ходит, либо у него один выходной, либо 2 выходных, либо 2 дня в неделю, либо на домашней форме обучения. Давайте представим, что он просто 5 дней ходит. Оставляем. Занятия ЛФК рекомендованы? Ну, давайте представим, что не рекомендованы. Курс лечебного массажа ему тоже не рекомендован. И рекомендации специалистов медицинского профиля. Если он еще стоит на учете у какого-то специалиста, а как правило, данная категория детей, у которых нарушен интеллект, стоят на учете у психиатра, мы нажимаем «В наличии», появляется отдельная строка. И здесь вы сами прописываете те рекомендации, которые прописал психиатр, к примеру. Далее, медицинские противопоказания. Давайте представим, что они отсутствуют. И взаимодействие специалистов коррекционно-развивающего профиля. Допустим, этому ребенку нужно заниматься с логопедом, с психологом, с дефектологом. Мы не берем пока тифло и сурдопедагога. Это не наши специалисты, которые сопровождают детей с легкой умственной отсталостью. Если у вас будет, к примеру, ребенок с нарушением слуха, то тогда это сурдопедагог. Если ребенок с нарушением зрения, это тифлопедагог, тьютор и так далее. То есть тут можно отметить какие-то моменты. Давайте представим, что тьютор ему нужен. И далее мы заполняем те необходимые условия, на которые будем обращать внимание в рамках сопровождения этого ребенка. Вот здесь есть образец. Мы видим этот образец. Далее мы указываем, в какой день недели ребенок имеет дополнительные выходные. Если он не имеет, вы не отмечаете. Давайте представим, что, допустим, в среду по рекомендации конкретных специалистов медицинского профиля у него выходной. Поэтому мы сохраняем. И в нашей табличке уже в среду появляется та строка, которая отражает, что да, у этого ребенка дополнительные выходные.
Далее, интеграция индивидуального образовательного маршрута с индивидуальной программой. Срок реабилитации этой индивидуальной программы реабилитации и абилитации. Если у него есть инвалидность и есть эта программа, которая автоматически выдается всем, кому установлена инвалидность, мы смотрим на срок реализации этой программы. Здесь мы это указываем. Где это должно быть, на сколько лет и так далее. Цель реализации – это создание системы комплексной помощи ребенку с ОВЗ в обучении, воспитании, дальнейшей социализации. Вид реабилитации. Смотрим. Там есть несколько разделов в этой индивидуальной программе реабилитации и абилитации. Мы, собственно говоря, в любом случае на это обращаем внимание. Посмотрите, виды реабилитации, да, есть. Но, к примеру, давайте представим, что социальная нужна. Реабилитация с помощью технических средств, но может это и не быть, если ребенок с легкой умственной отсталостью. Психолого-педагогическая однозначно будет у этих детей, медицинская тоже. Ну, к примеру, если ему ЛФК не надо, то физкультурно-оздоровительная тоже ему пока не нужна. Задачи с учетом этапов коррекционно-развивающей работы. Вот их сколько задач. Вы можете выбрать любую. Я просто сейчас буду это выбирать для того, чтобы они отразились. Ну и, собственно говоря, конечно, оставляйте то, что действительно необходимо на данном этапе. Организация, организационно-педагогические условия реализации этой индивидуальной программы. Итак, смотрим, что инновационные технологии, методы и средства, да, действительно, мы будем использовать. Здоровье и сбережения, конечно, нужно, но если возвращаться к использованию инновационных технологий, то что мы можем использовать? Мы можем использовать игровую терапию, мы можем использовать и музыкотерапию, и арт-терапию, можем использовать все эти методы и средства. В любом случае здоровье и сбережения нам нужны, и динамические паузы нам нужны, и пальчиковая гимнастика, и дыхательная, конечно, артикуляционная и зрительная, потому что у них нарушены эти стороны речевой деятельности. Конечно, должно быть дозирование игровые. Тут, в принципе, все очень важно. Использование информационно-коммуникативных технологий мы будем использовать, и компьютерные программы будем использовать. Ну и контроль и учет достижений ребенка, конечно, мы будем проводить диагностику. В любом случае, будем заново отправлять его на ППК и так далее. Не забывайте, что у нас уже переименован наш консилиум на психолого-педагогический консилиум. Не забывайте, что в аббревиатуре пишите маленькую букву К. Итак, если присутствует что-то другое, вы отмечаете. Не присутствует, не отмечаете. Эту страничку мы заполнили. Итак, мы обязательно все это сохраняем. Я уже вам об этом говорила. Переходим к следующей страничке. И здесь у нас появляется коррекционно-развивающая образовательная деятельность по реализации этого индивидуального образовательного маршрута. Мы опять, прежде чем это заполнять, мы должны нажать клавишу «Запомнить». У нас появляются соответствующие поля. Конечно, когда вы его обследовали на вашем внутреннем консилиуме, вы выносите какое-то заключение, вы выносите рекомендации. Поэтому здесь, пожалуйста, их прописывайте. Я просто поставлю многоточие. Я не знаю, какие рекомендации вы конкретному ребенку здесь пропишете. Ну, вернее, какое решение будет исключительно на вашем консилиуме. Далее вы оцениваете индивидуальные особенности развития ребенка. Какова у него речь? Тоже все индивидуально, я ставлю многоточие, потому что вы должны прописать эти стороны. Мы не знаем, какой ребенок у вас, поэтому в любом случае некоторые моменты вы прописываете индивидуально. Далее, определение направления коррекционной работы и психолого-педагогического сопровождения. И здесь у вас появляются разные блоки. Помните, вначале мы отметили учителя, психолога, логопеда, дефектолога. Ну и, собственно говоря, у вас здесь появились разные блоки. И блок логопеда, и блок психолога, и блок учителя-дефектолога, потому что мы их отметили. Поэтому в любом случае здесь мы смотрим, какие направления работы у каждого специалиста, какая форма занятий. Представим, что здесь индивидуально групповая и, в частности, еще индивидуальная. Но если это только индивидуальная, то оставляем ее. Если ребенок еще может в подгруппе заниматься, значит, это индивидуально групповая.
Ну и, естественно, выбираем, сколько раз в неделю, по сколько минут ребенок занимается, к примеру, у логопеда, потому что это его блок. Ну, представим, что два раза в неделю занимается по 20 минут для начала. Потом можно выбрать другое, если вы на другом этапе это отмечаете. Далее у вас педагог-психолог. Вот сколько направлений коррекционной работы. Еще раз повторяю, что мы здесь учитывали при обновлении все требования федеральной адаптированной программы. Поэтому, пожалуйста, об этом не забывайте. Представим, что здесь тоже индивидуально-групповая, ну и продолжительность занятия, он тоже к психологу ходит, к примеру, 3 раза в неделю по 20 минут, потому что это нужно. Ну и к дефектологу тоже. Вот. Ну, давайте представим, знаете как, что он к дефектологу в индивидуальном дефектологическую помощь получает в индивидуальном формате, поэтому в любом случае представим, что он ходит тоже 3 раза в неделю по 20 минут. Дальше у вас появляется интерактивное сопровождение программ, и здесь можно по ссылочке перейти на конкретные интерактивные помощники, которые будут оказывать вам помощь в проведении вашей коррекционно-развивающей работы. И далее у вас появляется возможность отразить, как ребенок освоил предметные области в рамках реализации адаптированной программы. Вы смотрите, какой учебный план у ребенка, либо это индивидуальный учебный план, вы отражаете название предмета и показываете результативность. Ну, давайте представим, что, в принципе, у вас в любом случае, видите, вот есть индивидуальный учебный план. Вот здесь, конечно, вы будете оценивать результативность в соответствии вот с предложенной интерпретацией. Достижение планируемых результатов имеет значительную динамику, незначительную, либо динамика отсутствует. Вы выбираете, и а для чего это нужно, мы с вами еще впереди посмотрим. Вот у вас, к примеру, есть вот заполненный образец. Это уже согласно конкретного варианта, здесь уже присутствуют вот такие названия учебных предметов. Почему здесь присутствуют пустые поля? Потому что если у вас индивидуальный учебный план, вы пишете, какой предмет у ребенка и, собственно говоря, что вы оставили в этом индивидуальном учебном плане. Еще раз хочу напомнить, что индивидуальный учебный план, у нас вообще, кстати, каждый учебный план содержит академические компоненты, тот компонент, который формируем мы как участники образовательных отношений. Поэтому в любом случае, если есть специально отведенное количество часов в академическом компоненте, мы не можем ребенка в индивидуальном учебном плане оставить больше часов. Конечно, это будут меньше, потому что если ребенок не имеет возможность в силу своих психофизиологических особенностей освоить конкретное количество часов, то в любом случае мы ему это уменьшаем. Ну, может быть, какой-то предмет пока в силу его тех особенностей, которые на данный момент вы наблюдаете, какой-то предмет, может быть, пока на данное там полугодие или на данный там учебный год будет не отражен здесь. Поэтому в любом случае вот здесь вот индивидуальный учебный план есть как образец, вы можете на это посмотреть, что вы вносите в программу коррекционных курсов, кто у вас будет сопровождать, какие кружки он посещает, с какой периодичностью и так далее. Поэтому здесь у вас есть образец. И если это в соответствии с его учебным планом, то вы это отражаете. Если у вас есть индивидуальный учебный план, то вы отражаете его именно здесь. Какое количество часов в неделю вы оставляете? Вот давайте представим, что здесь у вас есть, появляется такая возможность. Возвращайтесь к образцу, и вы поймете, как можно тут его заполнить. Это то, что касается индивидуального. А вот здесь мы заполняем согласно того ОМК, который соответствует вашему варианту адаптированной программы. Итак, сохраняем обязательно и переходим уже на следующую страничку. И тут у нас появляется следующий раздел, который касается определения уровня сформированности базовых учебных действий. Вспоминайте, нарушен интеллект, базовые учебные действия. Это очень важно. Поэтому здесь есть большая интерпретация, и причем здесь это было обновлено, некоторые моменты были дополнены в соответствии с федеральной адаптированной программой. Еще раз я вам напоминаю, у кого есть данный интерактивный конструктор, при его использовании появится в правом нижнем углу экрана клавиша, что вам доступны обновления. Вы нажимаете на кнопочку «Обновить», и данный продукт
обновиться в соответствии с федеральными требованиями. А если вы приобретаете новый, мы сейчас расскажем, как это можно сделать, то он у вас уже будет в готовом обновленном варианте. Итак, результативность, вот есть соответствующая интерпретация, вы внимательно ее посмотрите, изучите, и здесь, к примеру, вы должны это отразить, поставить соответствующее количество баллов. Давайте опять нажимать клавишу «Заполнить», иначе у вас тут ничего не появится. Заполните. Вот у вас появились соответствующие баллы. Итак, осознает ли себя ребенок себя как ученика, заинтересованного посещением школы? Возвращаемся наверх и смотрим. Понимает, не понимает, самостоятельно, не самостоятельно и так далее. Я сейчас не буду приводить вам примеры, потому что я не знаю, какой ребенок будет перед вами, поэтому я сейчас проставлю определенное количество баллов для того, чтобы вы поняли, для чего это присутствует в данном конструкторе. Итак, здесь есть у нас личностные базовые учебные действия, коммуникативные мы проставляем здесь учебные действия, регулятивные, ну, соответствующий балл. Читайте каждую строчку, оценивайте ребенка и проставляйте соответствующий балл. И, естественно, познавательные. Тоже ставим соответствующий балл, к примеру, на момент прихода ребенка. Далее, по истечении какого-то периода времени, если вам нужно вновь провести диагностику, вы опять возвращаетесь к этому конструктору. Это очень уникальный продукт, который поможет вам на любом этапе оценить динамику развития ребенка, сравнить результаты, и тогда уже вы поймете, что да, действительно было так, а теперь вот так, вот она динамика, потому что специалисты коррекционного профиля могут показать свою работу только посредством графиков, диаграмм и так далее. Обязательно сохраняем, иначе ничего не сохранится. Ну и, собственно говоря, переходим на следующую страничку. Мы не можем вести свою работу, не взаимодействуя с семьей обучающегося, с ОВЗ. Поэтому обязательно этот раздел присутствует. Мы нажимаем клавишу «Заполнить». И есть некоторые моменты, которые уже у вас отражены и будут в готовом документе. Есть те моменты, на которые нужно обратить внимание. Поэтому всегда обращаем внимание на синие клавиши. И здесь мы видим, что да, действительно, уже воспитательные задачи прописаны. Вы можете их оставить, можете что-то дополнить, можете что-то убрать. Но давайте представим, что мы их сейчас здесь оставляем. Ожидаемый результат. Мы хотим повысить психолого-педагогическую компетентность родителей? Конечно, хотим. Мы хотим создать комфортную обстановку для сотрудничества учреждения, ребенка, педагогов, специалистов? Конечно, хотим. И создаем оптимальные условия. Поэтому мы здесь все оставляем. Далее. Ожидаемый результат мы уже отметили, и появляется табличка. Очень уникальная возможность – это либо отдельным документом себя оставить, либо это оставить в индивидуальном маршруте. Появляются направления работы с родителями, обучающегося с ОВЗ. Здесь виды работ, частота проведения и сроки проведения, и ответственные. Давайте представим, будут участвовать родители в разработке маршрута, каким образом? Давайте представим, что мы их опрашиваем, анкетируем. Но посещение учебных занятий – это по необходимости. Допустим, мы их, ну, может быть, анкетируем, если это индивидуально, значит, еще вносим индивидуальное анкетирование. Естественно, мы беседуем. Давайте пока оставим это. Кто за это отвечает? Конечно, учитель и, да, к примеру, тот специалист, который у нас разрабатывает этот маршрут. Но, как правило, этот маршрут, в разработке этого маршрута должны принимать участие все специалисты. Но если вы учитель-логопед, оставьте еще, поставьте галочку там, где учитель-логопед. Если вы учитель, поставьте галочку, где учитель. Если вы вместе с коллегами разрабатываете, пожалуйста, поставьте галочки везде и сохраняйте. От того, насколько вы отметите, вся информация будет здесь автоматически сохранена и так далее. И у вас появится уже в любом случае в готовом документе все эти моменты отразятся. Вот. И так далее. Идем по каждому, кто за это отвечает.
И в любом случае мы будем, ну давайте представим, что тут, конечно, все отвечают, потому что это психолого-педагогическое просвещение. Мы каждого специалиста будем привлекать. Вовлекаете ли вы родителей? Каким образом? Вы проводите совместные занятия, вы их, допустим, уже проанкетировали, дни открытых дверей, родительские собрания, проводите открытые уроки, ну и внеклассные мероприятия. Кто за это отвечает? Да все за это отвечают, потому что это... Ну, хотя, в принципе, если у вас нет какого-то специалиста, вы можете вообще вначале не вносить, и этот специалист у вас нигде не отразится. Ну, к примеру, в штате есть логопед и психолог, а дефектолога нет. Ну, если дефектолог не нужен, сопровождение дефектолога не нужно данной категории детей, значит, он нигде не отразится, этот блок не появится, потому что в любом случае появляется то, что вы вначале... Выбираете. Как, в принципе, вы организуете обмен информацией? Вы можете доносить информацию до родителей на организации совместного досуга, когда проводите какие-то мероприятия на собраниях, при групповом консультировании, при индивидуальном, лично вызывая на беседу, естественно, посещение семьи, мы без этого не можем. Ну и, конечно, вы, как правило, всегда опрашиваете. Ну, давайте сначала индивидуальный опрос оставим. Ну и, конечно, я выбираю всех специалистов вместе с учителем, потому что мы их вначале отразили и представили, что они, да, есть действительно в штате. Ну и когда вы будете отражать тот момент, который касается организации участия родителей во внеурочных мероприятиях, вы вот здесь будете прописывать внеурочные мероприятия, согласно вашего плана работы. Какой у вас план внеурочной деятельности, ну и, конечно, вы туда вносите ответственных разных специалистов, те, которые есть в штатном расписании. Вот мы это заполнили, конечно, мы отражаем клавишу «Сохранить», и уже, видите, у нас вот это вот все сохранилось. Далее у нас появляется последняя страничка. Конечно, у нас существует стартовый мониторинг, промежуточный мониторинг, итоговый мониторинг. А когда мы подходим к моменту итогового мониторинга проведения, получаем результаты, мы сравниваем, насколько ваша работа динамична. И в любом случае, если вы не можете без промежуточного мониторинга, потому что в середине учебного года вы должны посмотреть, насколько ваша работа динамична, какую корректировку внести и так далее. Поэтому в любом случае у вас в середине учебного года промежуточный мониторинг будет. Итак, у вас здесь появляется тоже интерпретация. И далее, видите, у нас те же самые моменты, но в сравнении. Вы, конечно, нажимаете опять клавишу «Заполнить», у вас появляются баллы, мы сейчас будем это отражать, то, что у нас, допустим, здесь было, и то, что на момент уже итогового мониторинга. В первом полугодии, во втором полугодии, видите, у нас баллы изменились, мы же работаем, ну вот. Но в любом случае вы будете отражать в соответствии с теми результатами, которые у вас будут. Например, там ребенок не мог, а теперь он смог, может, ему какая-то помощь требуется до сих пор, поэтому в любом случае вы будете отражать то количество баллов, которые соответствуют конкретному определению. Ну и в любом случае мы можем вот тут вот, конечно, отразить разные моменты. Ну и посмотрим сейчас, как это выглядит в сравнении, потому что мы будем, конечно, учитывать то, что мы действительно работаем, и, конечно, будем отслеживать динамику посредством различных графиков. Понимаете, тут в любом случае, видите, появился такой очень уникальный график. Мы видим, что красный – это начало учебного года, конец первого полугодия. Вот мы видим, что здесь в некоторых моментах, я специально вам это отразила, пошел, допустим, спад. С чем это связано? У некоторых детей, у которых существуют определенные особенности, периодически они должны принимать определенные препараты. Поэтому иногда, когда происходит привыкание к приему определенного препарата, или может быть еще какая-то психологическая обстановка, бывает регресс. И я специально вам это вывела, потому что я хочу вам показать, что да, вот такое может быть. Это не значит, что вы плохо работаете. Это значит, что да, действительно, на определенном этапе произошел соответствующий откат в силу того, что у этого ребенка есть определенные психофизиологические особенности. Но мы работаем, мы продолжаем эту работу, мы внесли корректировку, мы стремимся вперед, и у нас в конце учебного года-то график изменился.
Вот, пожалуйста, ваша динамика. И вы смотрите, у нас на конец учебного года личностные и коммуникативные на более таком высоком уровне, у нас регулятивные не на очень высоком уровне, ну и, собственно говоря, познавательные. Чего ж, если у нас нарушен интеллект, и в любом случае здесь видно, что да, конечно, нужно работать с развитием познавательной сферы, но мы видим, на что мы в первую очередь обращаем внимание, на что мы обращаем большее количество внимания, конечно, на развитие вот этих вот базовых учебных действий, ну, естественно, поддерживая и развивая коммуникативные навыки и личностные навыки. Дата составления мы, естественно, ну, давайте представим, что у нас 27 августа 2024 года. И здесь появляются, видите, все специалисты, которых мы отразили в начале. Они уже автоматически появляются, это очень удобно. И здесь у вас видно, что да, вот это все мы заполнили, мы сохраняем. И когда мы дошли до конца, когда мы все это заполнили, мы сохраняем, сохранить как докс. Нажимаем. Помните, мы сохраняли характеристику, она уже у нас сохранилась. Если бы мы отметили до конца еще все пункты, она была бы более объемная, но она очень подробная, она отражает все стороны, которые необходимо отражать в характеристике. И, в принципе, не нужно ничего придумывать, нужно просто выбрать вариант. Итак, сохраняете как докс то, все то, что мы сейчас с вами за час, собственно говоря, сделали. Да, ну, может быть, у вас потребуется полтора часа, потому что вы будете еще вспоминать, какие данные вы получили и так далее. Но, в принципе, вы не придумываете, а вы просто отражаете то, что на данный момент есть. Поэтому сохраняете. Вот он у вас сохранился. Давайте попробуем сейчас перейдем. Вот он у нас сохранился. Где у нас тут будет 27-е? И вот то, что, собственно говоря, у нас на данный момент получилось. Итак, вот такой вот у нас вот подробный вот такой у нас документ. Давайте я немножечко сейчас постараюсь в другом виде. Я не знаю, конечно, как. Ну вот, постараюсь вот так это сделать, потому что, видите, вот. Вот он у нас, вот такой вот документ. Это еще мы не все отразили. Вот он у нас, видите, вот такой вот документ появляется очень-очень-очень подробный. Вот, в принципе, если бы у нас еще была табличка, у нас тут еще было бы индивидуальное расписание и так далее. То есть, в принципе, видите, у нас еще тут предметов нет. А так вот уже мы видим, что здесь уже 28 страниц, а так будет еще больше. Поэтому у вас появляется с помощью этого интерактивного конструктора более чем подробный документ, который будет помогать вам в реализации вашей коррекционно-развивающей работы. Итак, вот он у нас, допустим, сохранен, этот документ, все хорошо, но я хочу вам представить еще один документ, который просто будет вам наглядно отражать то, что необходимо. Вот, пожалуйста, у вас еще один вариант вот такого индивидуального маршрута. Вот здесь вот можно вот, вот, конечно, если вы на начало учебного года заполните, у вас только один график появится, а мы с вами заполнили и середину, и окончание, поэтому разноцветный будет вот такой вот график. В принципе, вы можете на цветном принтере распечатать соответствующую страничку, они у вас появятся в цветном варианте. Любая комиссия, которая к вам придет, которая захочет посмотреть, насколько динамична ваша работа, вы как раз посредством этих графиков и покажете динамику своей работы. Поэтому вот такой вот появляется документ. Видите, в начале мы заполнили так, в конце мы заполнили так и так далее. Конечно, когда в сентябре у вас будет только одна позиция, а в конце учебного года уже будет вот таких вот три позиции. Итак, уважаемые коллеги, но я вот хотела сейчас уложиться вот в час, и, собственно говоря, судя по времени, как раз я уложилась, чтобы отразить алгоритм работы с данным интерактивным конструктором уже в обновленном варианте. Я не перестану повторять, что действительно есть у вас возможность с помощью интерактивного конструктора, либо он у вас есть, и вы его уже обновили, либо вы его будете приобретать в обновленном уже виде, у вас есть возможность разработать грамотно вот такой вот вид, так скажем, документации, которая поможет вам реализовывать вашу работу.
инклюзивную практику и реализовывать вашу коррекционно-развивающую работу. Сейчас у специалистов коррекционно-развивающего профиля и у специалистов учебных учреждений появилась уникальная возможность приобретения конструкторов со скидкой в наборе. Обратите внимание, что если вы зайдете на страничку нашего вебинара, вы увидите внизу, что да, действительно, у вас есть вот такие вот уникальные предложения, и вы можете приобрести программы для ведения документации школьного дефектолога вместе с маршрутом. И, собственно говоря, здесь есть разные вариации, те, которые нужны. Есть те наборы, которые используют конструкторы для всех специалистов. Может быть, это будет только маршрут и программа психолога, если это психолог, потому что каждый специалист, ну, мы призываем, так скажем, и он должен участвовать в разработке индивидуального образовательного маршрута, если этот специалист есть в штатном расписании. Собственно говоря, вот такие вот разные-разные наборы. И логопед, набор для логопеда, где есть конструкторы и для разработки программ для начальной школы, и для разработки программ для основной школы. В любом случае, обратите внимание, вот такая уникальная возможность у вас сейчас есть. Вы можете зайти, если вас интересует, заходите, клавишу нажимаете «Подробнее», у вас открывается вот такая страничка, вы можете почитать содержание и можете посмотреть в любом случае, что туда входит и для чего это нужно. Если остаются вопросы, естественно, да, как обновить, хорошо. Я уже говорила и еще раз повторю, если у вас уже есть данный конструктор, когда вы начинаете с ним работать, при наличии интернета, еще раз вас призываю к тому, что работать с данным конструктором можно без интернета, но обновить его можно только при наличии интернета. Поэтому, если ваш компьютер подключен к интернету, вы вставляете флешку, и у вас в правом нижнем углу вот здесь вот будет появляться строчка «Доступны обновления». Вы нажимаете на эту клавишу, и у вас автоматически обновляется вся информация, которая есть у вас. Да, спасибо, что вот технические работники уже пишут, что в правом нижнем углу появляется уведомление об обновлении. Ага. А работать с данным продуктом, с обновленным продуктом, можно уже без наличия подключения к интернету. Это очень удобно. Вы можете работать на работе, можете работать дома. Ну и, собственно говоря, очень удобно. Да, спасибо за добрые слова. И будет, конечно, да, конечно, и уже обновление доступно для среднего звена 5-7 класс, поэтому в любом случае вы же знаете, что конструктор для логопеда. Есть конструктор отдельный для логопеда, который работает с обучающимися 5-7 класса. Действительно, это есть. Ну и, собственно говоря, в любом случае, сейчас я посмотрю вопросы, я постараюсь на них ответить. Угу. Ой, очень у нас широкая сегодня география. Вот, и хорошо, что это действительно есть. Я попрошу технических работников, убедительно попрошу, пожалуйста, напишите в чат мой электронный адрес. Вы его знаете, пожалуйста, напишите. Если у вас возникнут какие-то вопросы в соответствии с тем, как работать с этим конструктором. Может быть, еще у вас после вкусия, когда возникает ряд вопросов, пожалуйста, напишите мой электронный адрес, по которому специалисты могут связаться. Я постараюсь на все вопросы ответить. Итак, уважаемые специалисты, вы, когда посмотрите всю эту информацию, все доступные, вот здесь вот доступные скидки на разные наборы, здесь есть другие продукты Мерсиба, уникальные продукты Мерсиба, на которые тоже присутствует скидка. Поэтому, пожалуйста, успейте, сегодня 27 августа, успейте, пожалуйста, приобрести эти уникальные продукты. Вы можете подписаться на телеграм-канал и следить за акциями, отслеживать специальные скидки, рассматривать товары, ну и, собственно говоря, читать свежие новости. Ну а сейчас самый важный момент. Вы сегодня побывали на нашем вебинаре. Мы будем организовывать вебинары по вашему запросу. Я еще раз повторю, что я Дробышева Елена Александровна. Я автор данного уникального конструктора и хочу, чтобы это действительно помогало вам в вашей практике.
практике. Я на каждом мероприятии говорила и продолжаю это делать. Я благодарю профессиональную команду Мерсиба за то, что они предоставляют возможность вот в таком виде предлагать продукты специалистам. Это действительно очень удобно, это очень комфортно, и это соответствует требованиям федеральных адаптированных программ, которые на данный момент у нас присутствуют. Но по завершении нашего мероприятия я призываю вас не забыть нажать кнопочку «Получить сертификат». Вы нажимаете на эту кнопочку, заполняете соответствующие поля. Эта платформа уже открыта. И тогда вы получите на указанную электронную почту сертификат. Поэтому, пожалуйста, вот тут вот заполните соответствующие поля. Ну, а я благодарю за то, что вы сегодня были с нами. Обращайтесь к уникальным продуктам компании Мерсиба, потому что действительно есть очень хорошая возможность приобрести продукты со скидкой. Поэтому, пожалуйста, и подписывайтесь на телеграм-канал, посещайте наши вебинары, и мы будем по вашему запросу стремиться совершенствовать существующие продукты и разрабатывать новые для того, чтобы вам было работать легко, комфортно, грамотно и удобно, для того, чтобы ваша работа была действительно динамичной и продуктивной. Ну, а от себя лично я желаю вам мира, здоровья и добра. Действительно, в первую очередь мира в наше непростое время. И, собственно говоря, сейчас вот буквально вчера я нахожусь в Саратове, буквально вчера мы подверглись атаке дронов. Действительно, есть повреждения, есть травмы. Ну, конечно, это очень плачевно, но я очень надеюсь, что это все скоро изменится, и я очень рада, что действительно мы с вами вот так сплочены, и вы приходите на это мероприятие, это действительно очень нужно, спасибо вам огромное. Но я хочу закончить наше сегодняшнее с вами общение очень хорошей фразой. Пожалуйста, вдумайтесь в нее. Успешный специалист не тот, который идет на шаг впереди всех. Успешный специалист – тот, который идет на шаг впереди самого себя. Поэтому ставьте перед собой амбициозные цели, не бойтесь этого, достигайте этого. И всем нам здоровья, мира и добра. Я Дробышева Елена Александровна. Говорю вам сегодня до свидания, но не прощаюсь с вами. Пишите свои пожелания, пишите свои комментарии. И до новых встреч, дорогие друзья!